Я был бы очень рад, если бы северокорейская ракета долетела хоть куда-нибудь и покончила наконец-то с американским с таким безумным разгулом, который они учинили на территории всей планеты. И поразила бы наконец-то какого-нибудь главного американского злодея, обеспечив хэппи-энд человеческой истории. Но, к сожалению, Корея сегодня является жертвой нашего российского предательства. Мы в ответе за тех, кого приручили, поэтому мы не должны были бросать Северную Корею в том состоянии, в котором мы ее бросили в момент распада Советского Союза. И мы всем обязаны северокорейскому режиму, который стоит на страже нашей безопасности, отбиваясь и от южнокорейского соседа, и от американского гегемона, который ухмыляется за спиной у южнокорейских марионеточных политиков. И я думаю, что Россия должна всеми возможными силами поддержать северокорейский режим и в конечном итоге разместить там нашу военную базу, потому что в конце концов через Северную Корею мы получаем выход в Восточно-Китайское море, в Желтое море, а это то, что отвечает стратегическим интересам России. Северная Корея это должна стать нашим форпостом, мы пролили много крови за нее, и мы должны вернуть ее себе. Мы все вернем назад, в том числе и Северную Корею. Я на это надеюсь.